7 декабря в парке Раздолье официально открыли зимний сезон под эгидой проекта «Зима в Подмосковье». Театрализованная постановка «Волшебная книга Деда Мороза», тематический конкурс, семейный квест, а также мастер-класс по росписи деревянных игрушек. Каждый посетитель смог найти занятие по душе. Парк Раздолье станет одной из центральных площадок программы «Зима в Подмосковье» в регионе.